Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ты роди моя, да ты дождись меня, и я приду. Пленум с Еленой Шмулевич. Здравствуйте, это Пленум, я Елена Шмулевич, у меня в гостях Павел Матанцев, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Кировской области. Вот такая длинная должность. Здравствуйте, Павел Владимирович. Коррупция есть конечно, есть. Есть коррупция, есть чем бороться, на самом деле. Я сразу сделаю вот короткую ремарку. Павел Владимирович недавно был в гостях у нас в студии на РЕН-ТВ, и нам просто не хватило времени, чтобы обсудить все, что связано с этой проблемой. На самом деле у нас есть, как обычно, в начале программы «Глаз народа» на эту тему, и я предлагаю его сейчас послушать. Как вы думаете, почему мы так много лет боремся с коррупцией вместо того, чтобы взять и победить ее? Мне кажется, это заложено в психологии русского человека, что взятка не является чем-то негативным это нормально. Потому что единственный прибыльный бизнес в России это чиновники. Потому что везде коррупция одна. Но это в основном зависит от каждого человека. Отношения между людьми. По вашему мнению, кто может эффективно бороться с коррупцией и победить ее? Эффективно может бороться с коррупцией только сам человек. Кто? Кто? Мы сами. Я знаю, но не Путин. Если мы поставим себе такую небольшую задачу, хотя бы просто не провоцировать на взятки, я думаю, что это уже будет... Вы готовы лично участвовать в этой борьбе? Довольно скользкая тема в плане того, что грань между правильностью и доносительством, которая была в 30-е годы. Могу в этой борьбе участвовать, это просто не давай взятки. Ну как я одна, я не смогу. Почему бы нет? Конечно, готов. Какое наказание нужно применять к коррупционерам? Мне кажется, это не какие-то штрафы. Самое строгое для них наказание – это отлучение от кормушки. Садить, конечно. Нанес ущерб, будь добр, внеси в казну. А какое наказание, по мнению надзорного органа, самое эффективное и действенное, вот, Павел Владимирович, как вы наказываете, согласно закону коррупционеров? Если говорить об уголовно-правовой составляющей, то есть наказание за коррупционное преступление именно, то, как мы знаем, в последние годы акцент делается на материальном наказании коррупционеров, то есть это большие кратные штрафы за совершение преступления, в первую очередь получение и дача взяток. Ага, вот большой кратный штраф недавно был. Заместитель директора центрального рынка получил штраф 75 тысяч рублей. Там статья немножко была другая. Все-таки не дачи получили взятки. Там речь шла о коммерческом подкупе. И были некоторые особые условия этого дела. В целом же штрафы кратные предусмотрены законодательством, и они достаточно активно применяются. Так вот, если мы статистику анализировали за 9 месяцев текущего года, у нас из 105 человек, осужденных за коррупционные преступления, 88, это более 80% осужденных, наказаны именно в виде штрафа из них только остальные, там, 6 лиц реальное лишение свободы и 11 лиц условное лишение свободы. То есть это основная мера наказания за, за преступление это штраф. Это то, что дают, это то, что происходит, да? А это действенно? Наказание в виде штрафа? Да. Это полагаю, работает? да, потому что все-таки основной... Основная причина совершения коррупционных преступлений, основной мотив их совершения, это жажда нашивы. Да? То есть это когда чиновник, Хочешь получить какие-то материальные блага, да, поправить свое материальное положение, благополучие? Не, но логика говорит о том, что тогда нужно просто быстрее и эффективнее. Поправлять свое материальное положение, так чтобы, когда наступил штраф, ты бы от этого не пострадал, а просто отдал часть заработанного нелегким трудом. Потому что штрафы значительно, значительно кратные, то есть там, начиная от 30-40, 60 кратных штрафов. Доказанному есть, сколько, кратный. сколько человеку надо взять mm -hmm. раз там по 100-200 тысяч рублей, там 30-40, это достаточно много, и это достаточно рискованно. Надо стараться. Поэтому я бы не стал говорить, что это очень поставить не, 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 под сомнение эффективность этой меры, к тому же лишение свободы не ушло из санкций ни статьи за дачу взяток, ни статьи за получение взяток. То есть эта мера, мера ответственности она остается, и она также применяется. Ну вот мы, собственно говоря, перешли к началу, вот так и середины мы перешли к началу, к вопросу о том, откуда берется коррупция, почему она жива, несмотря на такую долгую с ней борьбу. Почему мы с ней боремся годами и десятилетиями, вместо того, чтобы ее победить? Ну, создается ощущение, что, собственно говоря, большого интереса ее победить у тех, кто с ней борется, собственно говоря, и нет. Знаю, в том, что мы прослушали мнение людей, я услышал, честно говоря, даже удивлен был, насколько... умер умный у нас мысли... народ. Да, насколько некоторые мысли не совпадают с некоторыми нашими позициями, то есть людей, которые ну, по сути профессионально занимаются противодействием этому явлению. В целом же, что касается коррупции, мы действительно должны понимать, что, во-первых, коррупция существует во всех без исключения странах, независимо от уровня демократии и социального развития. Это подчеркивает сама декларация стран против коррупции, декларация ООН. Более того, коррупция не только существует сейчас во всех странах и практически касается всех сфер жизни. Но и она существовала, по сути, это ровесник человеческой цивилизации. То есть, если мы вспомним памятники древнего права, кодекс Хамурапии и Нормаба, мы увидим, что 2000-1000 лет до нашей эры уже принимались законы, карающие заимство, причем предусмотрели еще суровое наказание за эти вещи. То Но... есть это, по сути, ровесник человеческой цивилизации. Ну и заметьте, ничего же не работает, Павел Владимирович. А мы не зачем с этим? Собственно? Не соглашусь с этим не соглашусь. Может, пусть существует, если она вот такой вот... Фактор, да, как бактерия в человеке, которая, ну вот, есть э, и, и будет, то, может, пусть, ну, и зачем мы боремся, зачем мы тратим силы, э, деньги, изображаем э, какую-то вот, э, да, здесь, э, соблюдение закона, который все равно не работает. Нет, я не права? Нет, с этим может, я не надо? соглашусь. Э, несмотря на то, что коррупция существует очень давно существует везде и пронизывает практически все сферы там, жизни и государственного управления. Это как раз не говорит о том, что бороться с ней не надо, и это бессмысленно. Это говорит о том, что да, необходимо постоянно совершенствовать формы и методы противодействия этому явлению и максимально расширять круг субъектов, участвующих в борьбе с коррупцией. И несмотря на то, что, конечно, мы не можем говорить, что мы ставим себе задачу победить через год, полностью искоренить коррупцию. Что это значит? Это добиться того, чтобы коррупционные преступления больше никогда не совершались? Ну, наверное, это на сегодняшнем этапе развития человеческой цивилизации утопия. То есть мы понимаем, что мы уберем тех, кто сегодня в группе риска в части коррупционных преступлений, да? Кто, собственно говоря, у власти, о ком мы говорим, что они могут стать mm -hmm. коррупционерами физически. Я не могу. Мне никто взяток не несет. То есть мы сейчас не говорим хорошая я или плохая, да, а просто. То есть мы уберем от власти тех, кто сегодня э, находится в группе риска, и на их место придут другие, а более голодные, я боюсь, и, и да, и все начнется сначала. Это вот. Именно поэтому вариант только уголовно правовой борьбы с этим явлением он явно доказал уже свою непродуктивность, и поэтому в настоящее время, по крайней мере, у нас в стране упор делается на вопросы профилактики и предупреждения коррупции. На мой взгляд, абсолютно обоснованно потому что только принимая эти меры, мы можем на начальном этапе сделать, во-первых, невыгодным для чиновников совершение коррупционных правонарушений. Первый момент. А второй момент мы сделаем невыгодным, должны сделать как максимально невыгодным для граждан участие в коррупционных схемах. То есть это и два ключ ключевых пути, по которым, на мой взгляд, должна идти вопросы профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений. То есть мы должны очень четко не знаю, разработать административные регламенты прохождения тех или иных государственных процедур от и до, что сейчас и делается. Чтобы мы должны очень четко разработать вопросы обжалования тех или иных решений чиновников, должностных лиц. Чтобы у человека, который столкнулся с, по его мнению, с несправедливостью, с необоснованным решением, с затягиванием каких-то сроков рассмотрения его обращений, всегда был иной вариант, кроме как Дать взятку должностному лицу. Есть... Законный вариант. И этот законный вариант был бы максимально действенный, эффективный и оперативный. А я правильно понимаю, что сейчас этот второй вариант это пойти в прокуратуру там, или стучать по телефону, или ну вот. Это просто... крайний уже вариант. И а... Есть вариант просто, когда мы обращаемся в какой-то госорган, нам дают, на наш взгляд, небоснованный отказ, небосновно затягивают рассмотрение нашего заявления и так далее, то и в самом этом госоргане, соответственно, с их административным регламентом существует процедура обжалования решения этих должностных лиц. Вот эта процедура должна очень четко работать, и, и задача и нашей, да и госорганов добиться а, вот, четкого соблюдения, соблюдения этих административных регламентов, чтобы человек быстро и оперативно мог а, снять те вопросы, которые у него возникают с чиновниками, если он считает, что ну, к нему несправедливо обращаются. А, а мы давайте, Павел Владимирович, начнем приводить примеры а то у нас как будто коррупция такая отдельная от нас. Вот у нас сейчас достаточно много различных дел, в том числе громких, тихих, неважно. У меня вообще такое чувство, что это какой-то тренд вместе пачками глав администрации, там, муниципалитетов и так далее. И выбираются какие-то слабые звенья. Потому что вот по моим наблюдениям, в общем, любого бери за, руки, за руку и веди на скамью подсудимых. Там есть за что всех. Но выбирают, видимо, каких-то отдельных, каких-то специальных. Но это мое личное мнение. Да? Вот, а тем не менее, это происходит постоянно и сейчас. Давайте мы поговорим об этом. Почему не предупредили? Или это тоже мера предупреждения? Это действительно взаимосвязано, то есть, естественно, наказание одних коррупционеров это мера предупреждения для потенциальных yes. коррупционеров, но тем не менее это не самоцель. Что касается работы и результатов работы правоохранительных органов в текущем году, действительно, мы отмечаем активизацию этой работы в сфере противодействия коррупции, в сфере выявления коррупционных преступлений. Не значит, что мы говорим, что в этой работе сейчас нет недостатков и она находится на том уровне, который нас полностью устраивает, это далеко не так. На своих межведомственных совещаниях, на тех там, оперативных совещаниях, которые мы проводим, мы очень четко обговариваем все недостатки, которые существуют на сегодняшний день в работе правоохранительных органов, в том числе в работе оперативно розыскных служб. То есть мы не говорим, что сейчас все хорошо стало, и работа нас полностью устраивает. Тем не менее, да, положительные результаты определенно есть. Говори о том, что выявляются коррупционные преступления там, где их легче выявлять. Нет, я бы не стал так категорично об этом говорить. Да, у нас есть определенные приоритеты в работе. Есть определенное направление. Это касается и сфер деятельности, сфер, отдельных сфер государственного mm -hmm. управления и отдельных категорий должностных лиц. По выявлению на выявление коррупционных преступлений, среди, среди которых направляются особые усилия, да, со стороны правоохранительных органов, контролирующих органов и органов прокуратуры. То есть они такие у вас любимчики, да? Ну, почему любимчики? Мы оцениваем коррупционные риски в разных а, государственных в органах и в разных сферах, естественно. И там, где коррупционные риски повышены, естественно, им уделяется повышенное а они, внимание. А где они повышены? А, много действительно достаточно и сфер, и категорий должностных лиц, а деятельность которых, на наш взгляд, характеризуются повышенными коррупционными рисками. По крайней мере, в своей работе органы прокуратуры особое внимание мы это не скрываем, уделяем вопросам расходования бюджетных средств, вопросам закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд, а также вопросам использования и распоряжения государственным и муниципальным имуществом. Вот эти две ключевые вопросы, имеются закупки и использование имущества, на наш взгляд, наиболее в настоящее время коррупционно-емкие сферы, Прямое есть требование социального плана противодействия коррупции на усиление внимания к этим направлениям, и по этим направлениям мы достаточно плотно работаем. И вот вы его усилили, и мы, собственно говоря, видим результаты. Я не знаю результаты вашей работы или результаты работы полиции, потому что тут МВД у нас очень активно работает в этом направлении. Кстати, вы дружите или конкурируете? Нет, у нас нет конкуренции. Нет конкуренции. У нас есть совместные планы работы, есть реальные совместные проверки, реальный результат. И, ну, все понимают, ни одно уголовное дело в суд не идет без а, утверждения прокурором, поэтому, естественно, мы в курсе всех разработок, нас еще на стадии разработок, мы а, в курсе реализации этих материалов, мы оцениваем законность возбуждения всех уголовных дел. То есть вы совместно трудитесь и строите планы на будущее, правильно я понимаю? Да. Поделитесь, так. пожалуйста, планами на будущее и расскажите о том, что происходит сейчас по тем делам, которые уже в производстве. Сейчас завершены достаточно некоторые масштабные наши совместные проверки, с, как раз и с оперативными службами, и с контролирующими органами. Одна из наиболее больших это была проверка законности расходования бюджетных средств на строительство и реконструкцию дорог. По сути, мы подводим уже на этой неделе результаты этой проверки. Вы расскажите, определенные. пожалуйста, в трех словах хотя бы. Достаточно серьезные нарушения были выявлены по строительству нескольких дорожных участков. Мы выезжали на места. Сотрудниками Контрольно-счетной платы Кировской области, сотрудниками управления Министерства внутренних дел выезжали не просто визуально осматривать, а делали вырубки в дорогах, оценивали толщину дорожного покрытия, и дорожной одежды, оценивали ее качество, то есть проводили лабораторные исследования. Угу. В результате мы получили данные о существенных нарушениях при строительстве и ремонте двух дорог это в Апаринском районе, участок Альмеш-Скрябина и в Ворочевском районе. Одно, один, участок одной из дорог в первом случае по Паринскому району мы выяснили, что для подложки использовался песок, который по требованиям госконтракта должен иметь коэффициент фильтрации не менее единицы, но по результатам лабораторных испытаний оказалось, что он вообще не фильтруется. В результате а, вода с дороги уходить не будет, и понятно, к чему это приведет, то есть к, к, к разрушению дороги. В а, а кто виноват уже, времени. понятно, вот кто виноват в этом, подрядчик или заказчик, или, или проектировщик, потому что вот, ну, я тему немножко знаю, да, и я не помню случаев, чтобы за что-то ответил, например, проектировщик. Хотя зачастую именно с ошибочного проекта начинаются все остальные проблемы, да, ну вот. Вот эти вопросы, они все будут в комплексе изучаться и анализироваться, поскольку данные материалы мы направили, направили в Следственное управление Следственного комитета. Ну У вас есть сейчас кто-то, кого вы обвиняете в халатности? Пока нет. Бы. Вчера возбуждено уголовное дело по, данным, по нашим материалам, по данному факту, по раз, статье 293 Уголовного кодекса «Халатность». В соответствии согласно постановлению, действительно, ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами Дорожного комитета Кировской области повлекло серьезное нарушение при строительстве То есть вопросы дороги. у вас дорожному комитету да, сейчас да. пока, да? Угу. Основной вопрос, да. Также возбуждено дело и по второму материалу, который я упоминал вчера же угу. по строительству Уречен. дороги в Орловском районе. Там также по статье халатность. Там вопросы к администрации Орловского района, должностным лицам администрации, также принявшим дорогу, которая также явно не соответствовала требованиям муниципального контракта. А вот смотрите, ну я не знаю, как в этом случае. Но достаточно часто случается такое, что, например, есть э, заказ, да, который э, по финансированию совершенно не предполагает того качества исполнения, которое требуется. Это невозможно. И, в общем, за выполнение заказа берутся не совсем чистоплотные подрядчики, будем говорить, которые заведомо знают, что они смогут нарушить какие-то, да, нормы, как это происходит в этом случае, на самом деле. Вопрос... Э... Исполнение контрактов и приемки работ по выполненным контрактам на наш взгляд, это действительно, ключевой в настоящее время вопрос. Mm -hmm. Мы не раз это подчеркивали. У нас все меньше вопросов в ходе наших проверок возникает к процедуре проведения торгов, все меньше вопросов. Не так много уже вопросов к формулированию технического mm -hmm. задания. И основные вопросы, действительно, если основные проблемы мы видим действительно на стадии исполнения контракта, потому что это на этой стадии самый легкий путь для различных злоупотреблений, для необоснованной наживы тех или иных лиц, потому что намного проще договориться с заказчиком о приемке некачественных и работ, недлежаще выполненных из более дешевых материалов, чем договариваться о победе в тех или иных торгах. Это не так просто обеспечить победу тому или иному лицу. Я сейчас, а я сейчас приведу пример. Вот если я вас прошу сделать мне золотое кольцо, Юлира, прошу, не вас, конечно, а, да, прошу сделать золотое кольцо весом, например, там, условно говоря, 20 граммов по цене 3000 рублей. Это невозможно. Мне сделают кольцо, сверху покроют его каким-то тончайшим микроскопическим а, а, слоем золота, да, и виновата в этом буду я не тот, кто выполнял заказ, потому что его нереально выполнить на эти деньги, а тот, кто сделал такой заказ. Я вам хочу сказать, что начинать нужно с тех, кто э, нереальные цены выставляет на э, ту или иную работу. Это уже повод для коррупции. То есть на самом деле вот человек отчитался, он сэкономил государственные деньги там бюджетные или какие-то, или выкрыл еще на что-то, сделал больше. А результат это в том, что касается проектирования дорог, я просто знаю эту тему. И начинать то нужно вот оттуда, от истока. Вы правы. А, Почему вопрос это формирования произошло? начальной Почему, цены да? контракта – это, безусловно, очень важный вопрос. И а, не зря в свое время в 94-й закон а, были внесены изменения а, в части, раз обязывания заказчика а, делать обоснование начальной цены. У, в разных формах может делаться обоснование начальной цены. Это могут быть запросы для там, получения коммерческих предложений от различных организаций. Это может быть мониторинг сети интернет а, и так далее. Но сейчас по каждой закупке обоснование начальной цены с заказчиками делается. Мы за ними четко следим. Это действительно делается. Другой вопрос, конечно, как это делается? И вопросы к тому, насколько добросовестно подходят заказчики к формированию начальной цены они у нас есть. И мы большое внимание уделяем, в том числе именно этим вопросам. Другая проблема, что мы не во всех областях являемся специалистами, угу. и нам, конечно, не всегда. А у вас а... есть эксперты какие-то, которые? Нет, вы у нас нет, кстати, экспертов, им нам не всегда просто и однозначно ответить на вопрос насколько действительно обоснована начальная цена, насколько корректно сформулировано то или иное mm -hmm. техническое знание, особенно на закупку сложного медицинского оборудования, на проведение сложных работ. И в данном случае, да, мы решаем эти вопросы путем и привлечения специалистов и различных консультаций, потому что, опять же, на платной основе, к сожалению, у нас нет возможности привлекать специалистов, поэтому тут уже в рабочем порядке. Добровольцы. В да, да мы зовем, зовем добровольцев. Вопрос да. о добровольцах. Я знаю, что вам нужны добровольцы. Нужны. Особенно в деле э, в помощи... Э, донос — плохое слово, я беду — тоже плохое слово. Информирование вас о каких-то действиях, в общем, имеющих коррупционную составляющую. Насколько активны граждане в этом процессе? Насколько они правдивы в этом процессе? Насколько много кляусы просто вот таких вот каких-то попыток отомстить там какому-нибудь нехорошему начальнику, да, потому что ведь наверняка э, ну, приходится разбираться в, в истинности намерений, в том числе заявителя, да, вот э, насколько они активно с вами сотрудничают, как это работает? К сожалению, мы опять же не раз это отмечали, э, активность населения по э, различным сообщениям, пусть не о фактах коррупции, о а каких-то о возможных mm -hmm. э, коррупционных проявлениях на наш взгляд, крайне низко. По сути, если мы проведем опрос общественного мнения, там у каждого будут спрашивать, как вы считаете, насколько распространена коррупция. Конечно, все будут говорить, что она буквально везде. Но информирование правоохранительных органов, контролирующих прокуратуры со стороны граждан ну, крайне низко, к сожалению, мы это отмечаем. Несмотря на все возможности, несмотря на возможность написания обращений в том числе анонимных обращений, возможность там сообщений через сеть интернет, по телефонам доверия и так далее, вам не, практически не поступают Вам таких сообщений. не верит. Или, или людям кажется, что жаловаться нехорошо, или они опасаются возмездия, или они считают, что, в общем, все равно все взговорны. Мы вот это то, с чего мы начали, на самом деле. Почему коррупция процветает, почему мало кто верит в то, что ее можно победить, и почему ее действительно победить нельзя? Она была есть и будет. Это вот причина в том, что борются с коррупцией те, кто, в общем, находится у власти. А это опять же, как мы уже говорили, группа РИС вот в чем причина, на ваш взгляд? Причин несколько. Да, есть определенное недоверие органам государственной власти, мы это прекрасно понимаем, правоохранительным органам. А недоверие в том плане, что даже при сообщении информации она может быть не будет доведена до логического завершения, до наказания коррупционера. А если в прокуратуре возникнет коррупционное... Повод или коррупционное нарушение, то кто будет бороться с коррупцией в прокуратуре? Вот у меня вопрос возник сейчас. У нас На э, есть служба собственной безопасности mm -hmm. в Генеральной прокуратуре. Она не подкупная, да, такая вообще? У mm -hmm. нас создана специально для того, чтобы чистоту а, mm -hmm. рядов именно в органах прокуратуры. Mm -hmm. Поэтому ее прямая задача, и она, я, я полагаю, что да. Не то, может есть. участвовать в коррупционных преступлениях. Там Почему? Когда... Коррупционные риски есть, наверное, у почти у всех вот в деятельности да. всех должностных лиц. Э... Но в любом случае, борьба с коррупцией возложена на государственные органы, и государственные органы эту деятельность будут проводить. От этого мы никуда не уйдем. Я вот сейчас подумала, Павел Владимирович, я на секунду отвлекусь, да, такое лирическое отступление. Вот мне хочется услышать ваше личное мнение, на секундочку, там, забыв, что у вас погоны бывают на плечах часто, да? Вот мы с коррупцией боремся, это, наверное, то же самое, что бороться там с дождем, с природными катаклизмами. То есть, может быть, просто нужно выставить какие-то барьеры, которые не дадут коррупции разрушать общество, разрушать нашу жизнь. А бороться с этим, наверное, бесполезно, потому что, ну, давайте посмотрим, Жажда наживы ну, это вот такое как бы жесткое определение, да. А вот а, жажда какого-то благополучия, в том числе финансового, материального, в том числе, да, она для человека, естественна. никто не идет во власть, чтобы начать жить хуже. Никто не идет во власть, чтобы а, вот эта вот чудесная формулировка работать на благо народа. Это же обалдеть. Ее можно сколько угодно произносить, но люди идут, да, в том числе и потому, что они считают себя умнее или там сильнее других, и считают, что они могут больше сделать для там улучшения вс всей жизни, да, в том числе своей. Но было бы как-то странно, если бы они шли а, улучшать жизнь всех, кроме себя. Но это вот только в книжках, мне кажется, в старых столетней давности. Или я не права. Но есть какие-то законы природы, по которым живет и развивается человек. Ну да? Да. Благополучие для человека ⁇ это действительно в природе человека. А мы его, за... Свое благополучие, а мы его за это своей сажать. Своей а мы его за это сажать а, наказываем. Ну, вот это благополучие надо обеспечивать законными способами. И поэтому, безусловно, какие-то рамки и четкие а, границы для действий чиновников, безусловно, должны быть. Mm -hmm. а, с тем, что, ну, опять же, мы приходим к тому, что бесполезно бороться, нет, конечно, я с этим не согласен, то есть, а, хоть мы и не говорим, не ставим вопрос победить коррупцию, но поставив какие-то рамки, а, чтобы она, по, по крайней мере, уж не была там угрозой национальной безопасности, а, как это бывает при совсем сильном разгуле коррупции, мы это сделать обязаны. Это вот сейчас происходит, по моим ощущениям, да? Вот а... у нас кто следующий? Раз уж вы сказали, что у вас в полиции единые планы, и, и может быть у нас уже есть какие-то сферы хотя бы, да, в которых вы сейчас вот активно работаете. Я знаю, что вы тут очень активно занимались лесниками, насколько я знаю. Мы, да, проверяли э, работу некоторых лесных отделов по Кировской области, как раз на предмет наличия конфликта интересов э, да, в деятельности вот их сотрудников. Тема тем. Я на секундочку буквально вас перебью э, и, да, и, и веду слушателей. Вот э, такая штука, как конфликт интересов. Все, наверное, они и знают, да, что это такое. Но до сих пор нам казалось, что это какое-то ненаказуемое деяние. Да, вот использование, собственно говоря, своей должности для того, чтобы... Ну, понятно, вроде бы как ты там за этим и находишься. Вот давайте чуть подробнее, что такое конфликт интересов, да, где он прослеживается, и как граждане тоже могут за этим следить. Потому что выяснилось, что граждане готовы. На мой взгляд, конфликт интересов один из наиболее эффективных антикоррупционных механизмов, mm -hmm. а, введенных в российское законодательство. И состоит он в том, что, а, во-первых, само определение конфликта интересов оно достаточно логично. То есть это когда личная заинтересованность а, государственного или муниципального служащего может повлиять на принятие им того или иного решения. Эта ситуация называется конфликтом интересов. А, законодатель ввел четкие правила, как должен действовать служащий в такой ситуации. Как? Он должен незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя о том, что возникла такая ситуация, а руководитель должен принять меры к ее урегулированию. То есть он может отстранить служащего от рассмотрения того или иного заявления, рассмотрения того или иного дела и так далее, любые меры. А вот расстановка своих людей по каким-то ключевым постам, это вот конфликт интересов или нет? Или это подготовка к конфликту интересов? человек, располагающий определенным административным ресурсом, определенными возможностями, да, расставляет на интересные хлебные места своих одноклассников, друзей или вообще людей, которым он доверяет, что вполне по человечески понятно, естественно, это нормально, да, но э, но не зачастую это понятно, бывает и по служебным и профессиональным интересам, то есть э, любой руководитель, э, если он знает тех людей, которые компетентны mm -hmm. в тех или иных mm -hmm. вопросах, пусть даже хорошо их знает и Почему он не, не, не может решать вопросы Ладно. О их назначений? Ладно, вот а у меня должности? есть возможность, я руководитель какой-то там чиновник, да у меня есть возможность отдать подряд, я отдаю подряд э, человеку, который там, ну условно говоря, мой э, одноклассник, например, да, вот. Это уже конфликт интересов. Почему? А он может быть хороший профессионал, у него может чудесная фирма быть. Может быть хороший, но если ваша опять же личная заинтересованность может повлиять на принятие решения в данном случае, она будет влиять и ваше решение принесет получение выгоды и вознаграждения вашим родственникам либо третьим лицам, так сформулирован конфликт интересов. Это конфликт интересов. Вы должны о нем сообщать, и ага. работодатель должен принимать меры к его урегулированию. Иначе увольнение. И человек, который допустил конфликт интересов, или работодатель, который не принял меры к его урегулированию. Вы проверяете все, что вам поступает, всю информацию, которая вам поступает? Да, в том числе анонимные обращения угу. в полном объеме. У нас программа подходит к концу, к сожалению, опять. Честно, честно, говоря, не все успела вас спросить. Вот, давайте напомним телефон, по которому люди могут обращаться, жаловаться, просить о помощи. Телефон дежурного прокурора, прокуратура области 64 15 74. И вы готовы защищать тех, кто к вам обратился? Безусловно, да. Как? Если человек к нам обращается, мы начинаем работать по этой информации и пусть даже она не приводит к привлечению к ответственности тех или иных должностных лиц, но мы убеждаемся в ее достоверности, то мы, естественно, проследим, что права этого человека в том или ином госоргане, с которым у него возникли отношения неким образом не нарушались, у него не было проблем при прохождении тех или иных государственных процедур. Поведете за ручку? Практически, да. Чудесно. Я напоминаю, что у нас в гостях был Павел Матанцев, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Кировской области. Спасибо, Павел Владимирович. Это был Пленум, и я Елена Шмалевич. Спасибо. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно ты роди моя, да ты дождись меня, и я приду. Пленум с Еленой Шмулевич.